Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Егоров Андрей Афанасьевич. Живописец из семьи Батрака, потомок тверских крестьян, переселенных Петром I в окрестности Ревеля. Детство провел в эстонской деревне, из-за полученных в раннем детстве травм стал глухонемым. В 1887-1896 годах учился в Петербурге в школе для глухонемых. Проявил способность к рисованию. В 1896 году при содействии попечительства глухонемых поступил в рисовальную школу. Учился у Цанглинского. В 1902 году стал вольнослушателем. Учился у Савинского, Залимана, Творожникова. С 1904 у Кордовского. В 1909 получил звание художника за картину «В деревне», которая была воспроизведена в журнале «Нива». 1910 год, номер 1. Я пользуюсь Википедией. Писал пейзажи, жанровые картины из сельской жизни и портреты. Много путешествовал по России, приезжал в Эстонию, бывал в Швеции, Финляндии, участвовал в отчетных академических выставках. В 1919 году стал добровольцем 1-й конной армии. Работал художником политодела. Демобилизован по болезни, уехал в деревню к родным. С 1921 года постоянно жил в Эстонии. Продолжал заниматься живописью. Состоял членом профессионального союза русских деятелей искусства «Вести». Был постоянным участником выставок Центрального общества эстонских художников с 1922 года. В 1935 прислал работы на выставку современного эстонского искусства в Москве. Участвовал в выставках русских художников в помощь пострадавшим от наводнения жителям Приноровья и Печерского края. В 1940 году принял советское гражданство. В годы войны жил на Урале. Возвратился в Таллин в конце 1944 года. В послевоенные годы стал писать картины на политические и исторические темы. Освобождение Таллина советскими войсками в 1944 году, взятие в плен фашиста и народный митинг 21 июля 1940 года в Таллине. В 1948 году в Таллине состоялась персональная выставка. В связи с 70-летием художника ему было присвоено звание заслуженного деятеля Эстонской ССР. В 1978 в Таллине прошла выставка, посвященная столетию со дня его рождения. Представлен в Таллинском и Тартусском художественных музеях. Умер 30 января 1954 года в Таллине. Вот так вкратце о живописце Егорове Андрее Афанасьевиче. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.